Лучшими на уровне города признаны еще две северодвинки. Они внесли свой вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. Знак за заслуги перед Северодвинском получили Зинаида Меркурьева и Галина Коваль. С 1954 по 1962 годы Зинаида Меркурьева была секретарем горкома в ЛКСМ, с 1962 по 1987 секретарем горкома КПСС. Три десятка лет она была главным идеологом партии в нашем городе. Галина Коваль много лет возглавляла ветеранскую организацию СПО «Арктика». Ее активная жизненная позиция является примером не только для ровесников, людей среднего возраста, но и для молодежи. С присуждением высокого звания Михаил Гмырин поздравил ветеранов лично.